встречаемся с представителем Северного Кавказа Тавудовым. Попытка атаковать у спортсмена в белой дзюдоге пока безуспешно. Очень хорошо, но хорошая атака, к сожалению. Не было завершено. Он через мост перекатился на другую. Прошла минута встречи, я думаю, что еще одна такая атака. Или там кинза какая-то, а то можно уже под какую-то сторону сказать. Счет замечания. Опять же, атака, контратака. Значит, давай, перехватил инициативу белый. Сейчас тоже повел без подготовки атаку. Арбитр не остановил. Ну, сейчас уже была атака, которая... Я думаю, что сейчас посыль должна. Ну, да, пока белый более активный, чем партнер синенький на Новогоде. По рисунку строчи, да, белый активный. Я думаю, что еще такая попытка или атака должна быть посыльная от нахождения в сторону синего. Единственное, вот белый стоит тоже в неправильной позиции, это негативно. Да, да, согнулся. Поэтому с этой позиции старается атаковать. Что-то сделать. Да, атаковать очень сложно. Нестандартная у него стойка такая, согнувшись. Нельзя. Как бы, надо прямо бороться. Нагинаться нельзя, а сейчас вот... Ну, сейчас оценка. Ну, арбитр сейчас дал команду Матвеза. Непонятно. Матвеза дал, потому что синий взял односторонний захват. Сейчас консультируется. Я думаю, что оценка арбитр допустил ошибку. Оценка. Если он хотел наказать спортсмена белого за неведение борьбы, он не должен был при атаке давать мате. Если она дала мату, проследовала атака, да? То есть она дала мату, пойду... Ну, сейчас посмотрим, ее отозвали начальной комиссии, и что-то сейчас определят. Примут решение. Да, примут решение по определенному моменту. Ничего, ни оценки не замечали. Непонятно. Встреча продолжается. Арбитр объясняет спортсмену белым кимоно, что устное замечание, что за. Вот сейчас опять арбитр останавливает встречу. И тоже делает дело. Замечание, что спортсмен не должен брать односторонний захват. Ну,
На табло пока нет ни наказаний, ни оценок. И, ну, я думаю, что вот все-таки арбитр поднимает стойку, положение не важно, нету активной борьбы и прекращает их. Команда Хаджима начинает опять бороться. Оценивания движения нету, замечания нету, и поэтому схватка приходит в последнюю минуту, самая ответственная, где ошибиться очень. Вот сейчас проводит техническое движение спортсмен в белом кимоно, но опять оно не завершено. Кстати, Александр Павлович, я бы вот 4 минуты встречи прошло, я бы тут дал бы предпочтение все-таки дзюдоисту в белой дзюдоге. У него больше попыток вот, в общем. Если наказывать, наказывать нужно было в середине схватки. Вот сейчас опять. Ну тут вот оценка железная. В Азаре, да. Все-таки он Кочугария под именем, ну и бросок пройдем быстро. Ну, немножко не хватило спины. Оценили в Азаре. Еще одна атака. Да. Спортсмена. Но тут безрезультативно. Остается 23 секунды до конца встречи. Я думаю, что если только ничего не произойдет, что-нибудь такого. Ну вот сейчас он согнулся. Ну, еще попытка. Провел 8 секунд. Я думаю, что он обязан довести встречу до конца, но сейчас уходит от захвата, сейчас вот со стягиванием будет. Это уже фальш-атака, сейчас да. Объявят замечание Шида. Ну это все равно ничего не решит движение. Вот представитель Крымского федерального округа Малян на чемпионате России вышел в 1-16. Хочу напомнить, что это первое выступление представителей Крыма на чемпионате России. И вот этот спортсмен, он уже, по-моему, одержал вторую победу. Да, вторую победу.